Здравствуйте, мои дорогие зрители. Я начала делать еще одно украшение. Это стекло кракле и фурнитура под серебро. Натолкнула меня на это вот такая вот, ну, коннектор вот такой. Долго я подбирала к нему разные бусины, но остановилась вот на кракле. Так, ну что, будем собирать. Будем учиться. Берем элементик вот такой, обрезаем лишнее и делаем колечко. Девочки, на самом деле очень быстро рука набивается колечки эти делать. Штук 100 сделаете. И будет все легко и просто. Так. Вот я уже тут делала. Соединяем, зажимаем. Следующее. Точно так же. Так, и с другой стороны. Так, тут надо разжать. Все это я вам показываю, такие простые в сборке украшения. Не знаю, куда-то засунула хорошие кусачки. Так, вот у нас готово, да? Так. Чтобы украшение лучше лежало, не переворачивалось, вот такие колечки используем. Ой, вот видите как, я не умею работать на камеру. Как только я начинаю работать на камеру, у меня все валится из рук. Причем не я одна такая, девочки тоже, которые занимаются украшениями, тоже говорят, что у них такая же история. Так, и сейчас вот к этому присоединим. Вот это колечко, вот это вот колечко. Вот, они не будут перекручиваться. После каждой бусины не надо. А так вот, там у меня получается через 3 бусинки. Вставляю я колечко такое. И вот так вот потихонечку, потихонечку соберем. Так, ну а это вот так вот. Нет, сейчас я тоже тут колечко поставлю. На всякий случай хуже не будет. Все падает, все из рук валится. Вот, и потом мы вот сюда. Вот, колечки я использую овальные, меньше шансов, что разомкнется колечко и выскочит, как с круглого. Это будет сатуар. Это мне нужно сделать больше метра длину. Так что я потихонечку буду собирать. В общем, вот сами видите, да? Вот чередуем рамочки для бусин. Сейчас я вам покажу рамочку, как. Рамочку тоже очень просто. Где у меня тут бусинки? Так, вставляем. И сюда вставляем. Самое главное. Петелька с одной стороны должна быть вот так горизонтально, а с другой стороны наоборот вертикально.
Это все опять для того, чтобы они не путались, не и лежали лучше. И колечко делаем. Вставляем, закрываем. Кому это интересно, начните. Не бойтесь, начните. Сначала, может быть, для себя, потом для подруг, для родственников, для дочек, для внучек. Девочки, это так затягивает. Это такое удовольствие. Это релакс. Я когда устаю от всех дел, ну, участки, по дому, цемент. Я очень люблю цемент, но он тяжелый. Устаешь от него. Я сажусь и начинаю делать. Очень нервы успокаивает. Да и вообще делать красоту своими руками. Ну, это же здорово, правда? Господи, где она была? Вот она. Потом постепенно я вам покажу и как на тросик на ювелирный собирать. Я уже показывала много, собственно говоря. Вот. Вот так вот собираем. У меня ну красота же, представляете, какая будет красота. Сатуар будет длинный, его можно, ну, можно и нужно два раза вокруг шеи. Но оно не будет так, будет асимметрия. Я сделаю асимметрию, чтобы не было напротив одинаковых элементов. Вот. Ну что же, я буду потихонечку собирать. Не отнимаю у вас времени. Да, кстати, есть недобросовестные продавцы, которые выдают это стекло за горный хрусталь. Нет, девочки, это стекло, это не хрусталь горный, несмотря на трещины внутри. Просто сейчас технологии достигли такого уровня, что, сами понимаете, подделать можно все, что угодно. Мое украшение готово. Доделывала вчера его ночью в страшную грозу. Вот что у меня получилось. Оно длинное. 1,23 метра. Ушли у меня все бусины. Вот. Ну вот, собственно, вот вам объясняю. Точно так же колечками-колечками присоединила вот эту подвеску. И вот так вот бусины снизу присоединила. И все, вот такая красота получилась. Спасибо огромное всем за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будем дальше творить.